Власти Башкортостана выделят почти 500 000 рублей на открытие новогодних гостевых юрт для привлечения туристов из соседних регионов. Победителя тендера определят уже сегодня. Помимо непосредственного размещения юрт, исполнитель должен разработать новогодние сценарии и костюмы, а также организовать проезд до региональных площадок. Центральная юрта должна быть расположена на территории этнодеревни Парк Ватан. Региональные – в селе Тамаки, Бирске, Абзаково и у озера Кандрыкуль.